Тебе не может быть 45, на вид 20 с копеечками. Да за что? Про тебя думаешь? Я тоже написала. Не приходили. Не знаю, что она не пропускает. Фиг его знает. О, спасибо большое. Спасибо. Да, я не могу понять, что он не пропускает. Странно. Катаем вату. Ребят, не молчите. Я занимаюсь домохозяйкой. Ты? Денчик домохозяин? О, спасибо большое, Роман. Не молчим. Ладно, сейчас чуть-чуть посижу и пойду. Может быть, позже зайду еще в эфир, но не факт. Да. Ну тогда, Денис, дари мне, пожалуйста, розочки. Пожалуйста, 28 сантиметров. Это сантиметр твоей ноги? В смысле в ластах? В смысле в ласта, властелина, мое имя. Я уже полчаса пишу, и одно смс прошло только. Нифига себе. Капец. Всем приветики. Боже, 100 человек. И никто ничего не дарит, вы представляете? Одни и те же только дарят. Спасибо. Симпатичная. Спасибо. Рита из кадетов. Кто такая Рита из кадетов? Спасибо большое за розочки. Женщина, как ваше здоровье? Ну, как видите, здорово пока. Выходи за меня замуж. Когда? Может, я уже замужем? Вдруг я уже в разводе? Вас это не интересует? Спасибо большое. Кума, привет. А кто это? Спасибо большое. Малая, симпатичная. Меркантильність – це погано. Трэш. Спасибо большое. Спасибочки. На работу, коли пидешь. В ночи. Пойду на работу. Шо робим? Снимаем эфир. А ты кто? Торпеда. Кем работаешь? Уборщицей. Ты сторож? Что это за работа такая в ночи? Мою туалеты. Це кто? Це я. Привіт, Житомирської академії поліції. Привіт. Ти що, нічний метелик? Да. А що, по мені не видно разве? Видно. Ну вот и все. Что за глупые вопросы? О, привет, это я. Даже как-то странно не видеть на твоих эфирах предупреждений теперь. Да, потому что мне девочка сказала, что могут вообще нахер ТикТок из-за них заблокировать. Спасибо большое за розочку. Поэтому я сейчас осторожно с этим. Осторожно с этим. Спасибо большое. Сейчас осторожно с этим. Спасибо большое.
Сейчас осторожно с этим. Спасибо большое. В смысле? Ну, потому что я захотела и закрыла ее. Блин, мне звонили два раза, из-за этого у меня эфир прерывается. Захотела, закрыла страничку. Я тоже читаю и улыбаюсь. Ребят, дарите, пожалуйста, розочки. А я сильно затормозила или нет? Спасибо большое. Кто захотел, беру. Ну, конечно. Спасибо большое за розочку. Что там по работе у тебя? Вот так вот все. Да. Снова. Что снова? Я уже спать хочу. Скучно как-то. Согласны? Никто мне даже розы добить не могут. Не может, не могут. Харьков когда? Не знаю. А может быть и никогда. А может быть уже. Говорить не тяжко. Тяжко, конечно. Еле вот из последних сил разговариваю. Спасибо, Александр. Согласны. Угу. Ладно, реально, еще чуть-чуть сижу и пойду. Уже почти 5. Всем приветики. Ребят, дарите, пожалуйста, розочки. Физика сильная штука, правда? Ну да, куда пойдешь? По делам. По каким делам? Вот так. Джозеф, дари мне розочки, пожалуйста. Только не вот эти. Спасибо большое тебе. На свиданку, ну да. Чё тут скрывать?